Ребята, привет! Тура так выстраивается, кто быстрее заходит, тот становится выше. Например, вот человек, который зашел в самом верху, под него там уже, там, например, несколько человек стало, и она вот, уже, Татьяна, получает, например, со всех людей, которые стоят под ними. Вот, например, вы видите, да, когда там люди заходят, ну, команда есть под там, человеком, у него постоянно прилетает, вот там тоже, вот. 2,6 это, например, там считаем по 50 рублей. Вот 100 рублей прилетело. И вот смотрите, это происходит буквально каждую минуту. Поэтому здесь самое выгодное, самый перспективный заработок в интернете. Мы всем с вами поделимся всеми нашими знаниями, опытами, потому что нам тоже выгодно, чтобы вы зарабатывали. Это не там бизнес офлайн, где у вас одни конкуренты, и все хотят, чтобы вы быстрее закрылись, потому что вы им мешаете. Вы их конкурент, вы им создаете проблемы. Здесь все рады тому, что вы зарабатываете, вы больше зарабатываете, мы зарабатываем больше, и поэтому все друг другу помогают. Плюс, опять же, идет саморазвитие, мы здесь обучаем там и психологически, и с мотивацией работаем, потому что тоже, опять же, пример мой любимый, там пришел к нам там сварщик Андрей, который вообще не мог зарабатывать до этого там в интернете, работал в разных командах, разных проектах, но у него не было мотивации. Мы поработали, есть такая техника, называется «Письмо детям». Очень мощная, очень серьезная, трансформационная. Человек через 10 дней заработал две своих зарплаты, которые, ну, две суммы, которые он зарабатывал там по отношению своей зарплаты. Там у него, по-моему, сколько, 20 тысяч она была или 40. Вот он два раза больше заработал в интернете, как бы якобы до этого, а до этого он не получалось у него заработать. И таких случаев много, люди просыпают. Мало того, Олег, что он заработал, он же еще стал настоящим лидером у нас, он стал спикером, он стал наводить думы для людей, стал выходить как бы, в принципе, да, он сделал канал YouTube, да, и людям рассказывал о заработке, и, в принципе, собрал такую неплохую команду. Да, да. Это тоже, да, вот люди как бы, те, которые, тот человек, который там тоже не, до этого не снимал никакие видео, ничего, он прошел у нас обучение, он начал выступать как спикер, он создал свой YouTube-канал, записывать видео стал. Человек просто, ну, трансформация произошла. Вы сами понимаете, что сейчас, ну, самая лучшая профессия, самая высокооплачиваемая, это профессия блогер, ютубер, видеоблогер, там, сейчас там, тиктокеры, вообще, ну, все люди, которые, по сути, являются лидерами мнений. У них заказывают рекламу, они постоянно что-то рекламируют, какие-то коллаборации. Все бренды, вы видите, они сейчас все свои миллионы, миллиарды, которые они раньше направляли там, на какие-то рекламную кампанию, они отдают блогерам для того, чтобы те рекламировали. Потому что мир изменился, люди доверяют людям. Поэтому, проходя опять же обучение у нас, вы еще и получаете самую востребованную и самую дорогую, такую, ну, высокооплачиваемую профессию. Так что, дружище, если ты еще там раздумывал, не занимайся там всякой фигней, переходи по ссылке под видео, переходи в наш чат и пиши, я хочу получить всю информацию, хочу начать зарабатывать в интернете. Пока, тем более, еще акция для новичков, пока максимально безопасно и легко будет, будешь заходить в эти проекты, мы тебе будем, ну, еще кроме обучения, ты еще получишь помощь, мы будем ставить именно тебе людей в команду, и ты будешь зарабатывать уже буквально там на следующий день.